Всем привет! Продолжаем гулять, смотреть какие-то интересные места по миру. Вот сейчас зарулили мы в Германию. Нюрнберг, рыночная площадь. Здесь находится так называемый прекрасный, или красивый его называют, прекрасный красивый фонтан, который стоит на рыночной площади по соседству Фраункирхе, церкви. Я беру данные из Википедии, читаю, дополняю это все видео, которое я снял с фотографиями. Так вот, на главной рыночной площади возвышается похожая на шпиль готической церкви пирамида. Прекрасный фонтан, или красивый фонтан. Восьмигранный 19-метровый фонтан – это произведение средневекового искусства. Раннее средневековье. К изведению фонтана приступили в Нюрнберге в 1385 году. 11 лет строили этот фонтан. Сначала за строительство отвечал мастер Фриц Финцинг, а после его смерти Генрих Бейхайм. И часто в качестве автора фонтана упоминается именно Генрих Бейхайм. Ну а первым Фрице Финцинге, вроде бы так вот звучит, частенько забывает. По легенде, которая не имеет, конечно, под собой какого-то исторического фундамента, вот, фонтан должен был стать украшением верхушки церкви Фраункирхе. Рядом находится на площади. Но так как это сооружение было достаточно тяжелое, его не удалось поднять на крышу церкви, ну и решили оставить его, как написано в Википедии, в качестве приятного воспоминания. Прекрасный фонтан, согласно замыслу создателей, должен был наглядно отобразить средневековую систему ценностей, мировоззренческие и государственные принципы Священной Римской империи. А мы знаем, что Нюрнберг был одним из важнейших и самых богатых ее городов. Именно здесь приняли так называемую «золотую буллу». Это один из основных законов империи. Во время Второй мировой войны фонтан, в общем, не был разрушен, совсем не пострадал. Его закрывали от бомб специальный кожух. Ну, и этот кожух делал его невидимым с воздуха. Короче, его не разбомбили. Четыре яруса изображены цари, святые, мистические существа. Всего 40 фигур. 40 различных фигур украшает фонтан. В 8 фигурах в верхнем ряду на готическом шпиле фонтана изображены Моисей и 7 ветхозаветных пророков. Ну, не буду я их всех перечислять. В общем, это, наверное, не очень нужно. Вот еще какой интересный факт. В ажурную решетку фонтана вделано кольцо, которое исполняет желания молодых женщин. И здесь очень много молодых женщин, девушек. Так вот, легенда гласит о том, что это сделал помощник Паулса Куна. Это тот человек, который проектировал решетку для фонтана. Так вот, помощник этого проектировщика Паулса Куна решил посвататься к девушке. Ну, отец отказал. Сказал, что такой подмастерье не пара его дочери. Ну, тогда влюбленный юноша решил доказать, что его мастерство достойно уважения. И ночью он прикрепил к прутьям решетки кольцо. И самое интересное, никаких швов на кольце, на решетке не видно. И как это он сделал, осталось загадкой. Надо еще сказать, что, покрутив кольцо, девушка встретит любимого и удачно выйдет замуж. По другой версии, ее ждет счастливое материнство. Действительно, здесь много девушек, которые трогают это кольцо. И, как написано в Википедии, здесь еще есть другое кольцо, стальное, которое сделали реставраторы. И очень трудно найти. Я, кстати, его и не нашел. Вот, которое тоже сделано без швов. Ну вот, наверное, все об этом фонтане, о красивом, прекрасном фонтане Нюрнберга, Германия, которая стоит на рыночной площади города по соседству Фраункирхе, на которой, по преданию, этот фонтан и должен был находиться. Но это неподтвержденная версия. Ну все, всем пока, всем привет, до свидания. Красивый фонтан, Нюрнберг, Германия. Пока-пока.